А в Боровом прошел ежегодный благотворительный велопробег «Черити Тур де Бурабай 2016». Мероприятие организовали фонд Булата Утимуратова «Асыл Мирас» и отель «Риксос Боровое». Цель акции, как и прежде, собрать средства для детских медицинских учреждений. О благотворительном велопробеге, ежегодно проводимом в курортной зоне Бурабай, пожалуй, знает вся страна. Желающих принять участие в «Charity Tour de Бурабай» с каждым годом становится все больше. Старт велопробега дали в 11 часов утра. Больше 500 велосипедистов проедут 30 километров. Для многих эта гонка стала первой. Дистанция в 30 километров на велосипеде в горной местности – это настоящее испытание, особенно для неподготовленных людей. 14-летний Жандос Мухамеди проехал весь путь, причем с хорошим результатом. Это очень закаляет характер. Чтобы все стремились вперед, никогда не сдавались, все было хорошо. Собирается все больше и больше участников. Это радует, что велоспорт пропагандирует здоровый образ жизни. И все больше и больше, я думаю, ребят будет заниматься велоспортом и спортом в целом. Поэтому такие мероприятия нужны. Благотворительный велопробег, организованный фондом Булата Утимуратова «Асыл Мирас» при содействии отеля «Риксос Боровое», проводится уже в четвертый раз. Только за 3 года собрано больше 200 миллионов тенге, которые были пожертвованы детским медицинским учреждениям, перинатальным и реабилитационным центрам для детей. Средства, собранные в этом году, планируется направить на поддержку двух медицинских учреждений. Это первое учреждение, это Акмолинская областная детская больница, которая находится в городе Кокшетау. И вторая точка приложения этих средств – это центральная районная больница Аральского района Кызылординской области. По традиции прошел и аукцион. Главные лоты – экипировка олимпийских чемпионов. 8 миллионов и 3 продано! Звезды Comedy Club сумели продать абсолютно все представленные лоты, причем в десятки раз больше заявленной стоимости. Самыми дорогими стали 3 картины, нарисованные детьми творческой мастерской Натальи Шумахер для выставки «Аутизм глазами детей». Они ушли с молотка за 11 миллионов. Ну а сам благотворительный велопробег собрал 100 миллионов тенге. Илья Рыбин, Баужан Нарымбетов, Нуркен Токмурзин, Информбюро, Акмолинская область, Бурабай.